Приветствую всех на нашем канале. Сегодня суббота, и мы направляемся на Дидлендский рынок. Находится он в районе Мурат-Паша. Добрались мы сюда на трамвайчике, на старом трамвайчике, который ходит по побережью. Доехали до конечной остановки. И сейчас просто пройдемся до самого рынка пешком. На солнышке уже жарко, несмотря на то, что уже вовсю осень. Хочу показать вам огроменное дерево. Оно одно, но такая крона, что под ним можно спрятаться. Я даже не знаю, скольки укрыться от дождя. Смотрите, какая у него структура. Просто удивительно. До того пушистая крона и дает столько тени. Извините, тут рядом стройка гремит, но просто не могла не остановиться, не заснять. Торгуют просто на улице чесноком. Такая вот у них оборудованная машина с голосовым оповещением. И медленно ездят по улицам. И все желающие могут подойти и купить сколько нужно. Оливки, маслины консервированные, сыры, яйца, сыр косичка, лаваш. Очень много семечек и орехов, сухофруктов. Очень много специй. Thank you.
такой рынок. Даже неудобно. Предлагают, угощают фрукты и овощи на любой вкус. Также вот и хозяйственный. Прямо на улице готовят лаваш и раскатывают и жарят. Закупились мы немножко на базаре пучок укропа 3 лиры, пучок лука 3 лиры, две крупных таких редиски, очень крупных, тоже получились на 3 лиры, и один лимон 1 лира, и еще ветка винограда вышла на 15 лир. Ну, это наш первый визит на этот рынок, так сказать, спонтанная покупка. Ну, я думаю, в следующий раз мы уже более основательно подойдем к этому вопросу. А сейчас мы уже возвращаемся назад. На этом заканчиваем наше видео. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, обязательно пишите комментарии, нам очень интересно ваше мнение по поводу наших похождений по Анталии. Всем пока.